Долгое время эти люди находились в мире без войны, радовались жизнью, готовили вкусную еду и просто жили. Государство под названием Азербайджан во главе с их лидером решили это отнять у них, и так началась война. Пока доблестные солдаты бились за свои земли на передовой, армяне всего мира начали активно помогать. Отдельно хотели бы рассказать вам, зрителям, о группе «Аралес», которые с первого дня войны и до сих пор активно помогают своими средствами семьям, чьи родственники и близкие отдали свои жизни, чьи братья и отцы, а также сыновья пострадали в результате агрессии Баку против мирных людей. По сей день эти люди скромно и тихо делают свою работу и продолжают помогать. Предоставим вам некоторые кадры в подтверждение наших слов. Я передала вашу помощь в сумму 50 тысяч дран. Благодарю всех вас. Передаю сбор деньги на сумму 180 тысяч дран. Марина, что? Аралези Ковмиц Поханц Фохисун Хазар Драма Поханцум Андрианики Хайригин. Жаволджан, передаю спор деньги на сумме 125 тысяч драмов. Друзья группы «Аралес», я нахожусь дома у погибшего солдата Тунуяна Аршака. Пожалуйста. Благодарим вас за помощь, за поддержку. Спасибо вам всем. Передаю спорт денег на сумме 50 тысяч драм. Аралези Когмиц Поханцвох 120 000 драм гумара Талисем Тигранин. Москва и Сарья Мантинки знают, это аэропорт на Лоти, Хочу передать спор деньги на сумме 250 тысяч драмов. Помаша. Плаки не ощущен карамата. Передаю сбор денег на сумму 50 тысяч драмов. Аралези Когмиц 50 000 драмов Талисем Храчин. Шнуракацу Казмакерпишнерин. Шат мерси. Аралези Когмиц ստացել է 50 000 դրամ, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Արալես կազմակերպության կողմից 50 000 դրամը տալիս եմ Դավիթի պապային։ Շնորհակալ եմ ձեր կազմակերպությանը։ Բարեկեցի, արգելի ժողովուրդ ջան, ես շատ շնորհակալ եմ օգնության համար Արալես խմբից։ Ես
Փոքրիկ նվերը տղայիս պատրաստած սրդած նվիրում եմ Արալես խմբին, թող Աստված պահապան լինի։ Им ничего не нужно, они никого ни о чем не просят. Канал Army Life и Aralez группа хотел, чтобы люди знали, что они не брошены. Чтобы они держались, мы соболезнуем всем семьям, пострадавшим в результате войны. И ты, мой дорогой зритель, можешь сделать Aralez группу чуточку счастливее, подписавшись на их канал в Телеграме или же в Инстаграме. А также не забудь подписаться на наш канал Army Life. Все ссылки будут в описании под роликом.